Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале. Передаю привет всем зрителям, которые пересмотрят этот реплей. Не выдал нихуя, блядь. Реплей, они в прямом эфире. Ты шо, алкаш? А, 4 секунды назад. Да, купил себе 5 пончиков. Нихуя. Жестко? Мама как лет. 5 пончиков. Ты високосный год родился? Нет. Нет. Не знаю, какие карты. Почему я захожу в Ваню трансляцию, у меня твич ломается. Твич ломается, да? Заходи давай. Куда ты скачана, блядь? Spirit Tigar lasted in... А, это, блядь, нервы из-за того, что я зашел в эту хуйню, да? Мне нужно теперь перезайти в игру. Правильно? Двигай, игра. Куда заходить? Куда, блядь? В CSGO. Да, я зашел. Ты пиздишь. Я зашел. Ты в Scarlet Nexus зашел. Алло! Но. Сука ты, сука! Ладно, я доберу его. Ты мало мотлет на них? Да. Набрал, проверяй. Эсэ ё-моё. Да партизано. Закрой ебло, крой ебло. А? Смотрел бойцовский клуб? Подожди еще 3 минуты. Да, давно очень. Я пересмотрел. Ну, смотрел. Если ё-моё. Да, партизан. Малых ходит бойцовский клуб, потому что там открытая концовка. Ты уебок, ты можешь телефон брать с бойцовкой? Я полностью согласен, полностью согласен. Сосите, 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 сосите. Ой, ебать, извините. Блять, какая ты ебаная тварь просто. Просто, блять. Вонючая скотина. Ну все, хватит, блядь. Ебать, это мощно было, нахуй. Это не мощно, блять, это свинья называется. Это свинья-поросенок. Пиво выпил, блять. Иди нахуй. Ты собрался в КС-ку с теми играть, Вань, давай, подумай. Я еще реально подумаю, блядь. А он иногда прямо лучше, чем трезво играет. Вот, я сейчас так это говорил. Да, реально догадше будет дальше. Да. Una machina. А почему Overpass кэш? Ты хочешь? И еще все остальные карты. Давайте пикать. Майн, на какой карте хочешь поиграть? Стали. Ваня? Я хочу оверпасс. Я хочу, да. Ой, вообще будет прикольно, если еще русский долбоёб попадется, как малый. Будут рыгать друг другу, блин. А, ну ж пятеро, а не мы вчетвером. Я на Ancient хочу. А на Ancient. Вторых нас четверо. Олег, а если бы мы, если бы это, когда началась война, я был бы в Украине, и типа наш дом окружили русские, типа, и поднимались к нам, ты бы спел со мной, Балычев? Олег бы спел ту песню, которая наподобие Балычев, и ты... Нет, он бы не Олег стал так делать. Он бы не пел эту песню, это плохая песня. Ваня, ты шаришь эту песню, я врываюсь? Ты, сука, убит или что-то там такое? Нет, осуждаю. Не знаю эту песню. Ты загуглил? Нет, я вспомнил. Я врываюсь на бит. Я осуждаю, мало, я с тобой не буду больше. Ты хочешь, чтобы я с тобой не играл? Блять, я кока-колу купил, у меня сейчас так...
Кися, извини за это. Не бойся. Я просто открою. Сегодня первый раз. Вот помните, как я сказал, что в обморок упал энергетик. Сегодня первый раз купил энергетик с тех пор. Это когда было в октябре, или когда? Да, ты поспал. Ебать, я последний раз купил энергетик. 4 часа назад. Лео, какой энергетик посоветуешь? Я не спал 37 часов. А потом вот это вчера мы сидели, Макс, ну, у меня на кровати. Я подумал, Лео, на кухне, сниму себя все. Я спал с полпятого до 10, 10 минут. Вань, ну-ка, чекай профиль, челика, давай. Я думал, ты это... Я думал, так Макс, он на коленке типа лёг. Какого челика? Вашего. Блин, с днём я смотрю, у меня эти фотки вообще не выходят. Бинчели. Ты их пересматриваешь или что? Нет, ну, мне чётко прям, как у военных, типа... А что там за фотки вообще? Возьми их, удали и все. На нахуй над головой тебя, блядь. На Мадина. А? Но если он наркоман, то должен. Справа это ножная, но ты нож перечешь слева, просто никуда. На Матина. Я погнал, сколько. Писал Нальзато. Отрова Толин Вазор. Шорт убил. Двое сайт, один зелень. А, блять, это ты? Я на... Сайт убили. А оставить надо. Чёрт. О, партизано. Портами виа. О, белла, чао. Нет. У тебя когда день рождения? В октябре? Ну вот, в октябре, блядь. Я не зайду в Дискорд. ВН наш. Бля, смычок не купил? Хуёво. Looks like. ВН. Пиздец. Зелень пейте, умоляю. Спасибо. У меня 5 хп, блять. Там мне страшно. Я шорт взял, я тоже. Да, зелень может быть апдаун, да? Осуждаю. Я же сказал, что ты даун. Осуждаю! Я бы потихонечку уёбывал отсюда. Меня уёбнет. Там типа кремль, или обычно поставлю, но типа видно, а там кремль походу хотела. Ну что, Сватика, попил. Ну это победа, мы второй раунд победили, такое почти никогда не бывает.
Чеми Сенто Диморир. А, вот, вот где он был. На ФК стоял. Классный три читер, тупо рыло, блядь. Пацаны, вкусно, не могу. Я так вкусно кушаю, это пиздец. Всем советую. Ну, приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. А я гастролям не хотел, чтобы у меня был приятный аппетит, блядь. Вкус это чувствуется. Агрессия пассивная. Чтоб ты сдох. О, спасибо. Активная агрессия пошла. Эссе ё-моё. Да партижано. Что? Ем как тварь. Слышно? Когда нас кидают, почему у меня с Олегом одинаковый пинг? Олег Киевстар ебучий. Ну, Киевстар не самый плохой интернет. Киевстар блокирует, наверное, больше всего интернета этих провайдеров. Больше всего сайтов. О, Белла Чао, Белла Чао. Сегодня должен быть какой-то пинг. Белла Чао, 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 Сэй, Сэй, Омою. Неплохо. Так кушай, кушай, кушай. Блять! Пиздец. Лох. Я убью. Ты не попадешь, нихуя. Зелень. Бомба по 2 стоит. Не-не-не-не-не-не-не, это не считается. Это не считается за попадание. Это лакирочная, блядь. Хуеблёдина была. Лео, это было попадание или нет? Спасибо. Миссельпелире. Су Монтанья. О, Белла Чао, Белла Чао. А я видел опен. Пизда. Миссе Пелире. Ласун Монтанья. Okay, I'm setting it down here. Зото ломбра ди убен фьор. Вот он гандон, блять. Вверх-вниз, смотрите. Черт. Ебать, мало ты зажал красиво. Да ты заебал, иди нахуй, не буду с тобой стрелять больше. Эле женти. Ке партизано. О, Белла Чао, Белла Чао. Белла Чао, 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 Эле женти. Партизано. За немного килов, но все хуя. Милирано, Чебельфьор. На нахуй. Блять, смок охуенный дал. Подождите. А, нет, без бомбы. Я убью. Ставь.
Блять, в сайте где-то за сайтом. Вен. Я Рвен взял. Ебать ты ставишь, блять. Ну я должен ставить, прям. Пойдем. Понял. Это здесь вкусный. Вен не смотрит. Я смотрю. Не понял. А, все понял. Шорт второй. Второй шорт я. Шорт, шорт. Где бомба стоит, если он сзади будет, я его пизду. Хорош. Так, а я. Ты в первую очередь. Эх, questo il fiore del partigiano. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Зелень двое. И шорт, блять, я пизда мне. Questo il fiore da partigiano. Morto per la libertà. Блять, у меня 12 кп. Бомба. Не, ну это грубо. Давай считать, я тебе могу дать, а не надо. Сколько за бомбу все получили? 300? Полторы тысячи. Плюс коллаж 2700. Алекс 4700. То есть я недополучил 550 голды, когда поставил. Правильно? Я в минус команду увел. Ну ты чмошник ебаный, ходимый, блядь. Олеж, выходи, убивай. А, это не ты. Блядь, чел на ражем просто шифтит, блядь, всю карту. Чел убил троих и говорит, это мы. Кстати, видели там это? Там выйдет сериал «Берлин» в 23-м году. А, уже 23-й. Видел или? Надо третий сезон еще посмотреть. Понял, так вот начинается, кажется, сколько тебе лет? Ты можешь быстрее убивать в следующий раз? Блять, нихуя ты ему дал. Еще один там есть, еще один чел. А, он мертвый, мертвый. Похуй, я ставлю. Между убили, да? Хоть один раунд. Пиздец! Не-не-не, мой. Он мой, пошел нахуй. Охуеть. Пошел нахуй, он мой! Мне просто заинтересовало, потому что Берлин у меня стал любимым персонажем вообще. И всей этой компашки. А если я скажу, что мне похуй? Да, на самом деле все персонажи. Ну да, но у этого такой прям характер свой есть. Чел снизу кушает обычно. Опять после слезы. Ты упал или? Я понял. Он тут стоит справа. Как тебя смог, мал? Зелень. Ну, они аби купили. Осуждаю! Я ждал. Я вообще не понял, где он стоял. Меня два раза в предыдущем верхней зелень били. Да, Николай? Я сэм, блин, блин. Он
Кому да я. Ты про 9-0? Я за том месте еще болею. И этот раунд мы проебем. Наверху. Минус. Смог дал хуёвище максимально, чтобы ну, интереснее было. Самый лучше хуёвый смог. Я не могу отсюда телешорт смотреть. Это не такой смог должен быть давать. Блядь! Ваня, ты хуй соус, я тебе так скажу. Нет. Мертвые молчат. Молчу. Ты чё, пиздишь? Он вас двоих убил? Mm-hmm. А, я думал, это другой чел был. Нет, меня убили, потому что Ваня хуёво стреляет. Нихуя, диндя. Олег стоит, смотрит план. А этот, блядь, уже сидит нахуй в углу карты. Авик свой сейвит, блядь. Как курица на яйцах сидит. Там типа минус 1 на 10 на 10 раунде, блядь. Томми, блядь, дружище. А у него такая статин. Шо ж такое? Там, походу, напускали сидит, у него 1 на 10. А подожди, там это будет 11. Это в джейсе 10. Ну и нахуй он, блядь, помет. Есть. Зелень убил. Спину пушит. Убей его. Блять, хуесос чмошный. Ну все, я же говорил, он проебал этот раунд. Сайте еще. Бля, у нас челик тоже потерянный немного. Сука, блядь, за хуйня, попугай. Слева, слева. Чё, блядь, хуй попугай? Если бы я так сам, как когда он попугай, Лава убил чипс, это просто, блядь. Да, мало, тебя убил чипс с пинком 500, блядь. Нормально? Нормально тебе? Лео видел? Мало убил чипс с пингом 500, у которой на 10-м раунде, на 11-м раунде было счет минус 1 на 10. И он убил малого. Снюс made in heaven. 48 кг снюс made in heaven. Может, нам стоит поменять тактику немного? Хоть раз. Вот чел поменял тактику. Бля, Томми бедный. Сука, он еще не видел, что я по нему стреляю. Олаф. Очень лоу хпшный между. Сосать. Вот ставь это бомбу, блядь. Да перестань. Не смеши, блядь, мои подковы, нахуй. Как говорил Юрий. Фью, фью, фью. Пошли на Б в пятером сейчас, блядь, бать они охуеют. На Б? Да. Бать они охуеют сейчас. Бля, ты дал... А, нет, это Лег. Пусть он делает вид, что не помоел. Прикиньте, как он... Да просто можно выходить ставить, я думаю, а? Он не подал ставку. Да, он пошел на всех ебашек. Смотришь, или так, сверху, низу тоже не поднялись? Иди.
Ебать, ты лох малый. Ой, get back! Да. Чу-чу! Чу-чу-чу-чу-чу! Чу-чу-чу-чу-чу-чу! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! О, бомба! My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. Чу-чу! Я одного убил. Второй в сайте. А бомба по нём. А бомба в сайте тоже. Шорт. Шорт идет. Последний. Минус 89. Я попал. Ты попал. Это очень обидно, то, что было. Ты попал. А кого убил Томми? Ну, у него был минус один был. Не-не-не, меня убил человек с петухом в сайте. Я Томми пошел искать, я не нашел его. Го еще раз бы. Блять. Кто-то тут был. Чмошная тварь, блять. Блять, я его не убил. А. Малый, это убивай, убивай, малый. Малый, не-не-не-не-не, там надо. Это сдох? У него 79, тип, он на зелени, зелени. Ну, тип на зелени, а я это, в сайте всех огнем бомба лежит. Пизда, ну вы проебали. Ебать, ну что ты тут делаешь? О, а знаете, кто малого убил, кстати? Томми, в итоге. Томми. У него большой пинг, но у него больше хп при этом. Он Савика с одного не умирает. Да. Кися, ну ты не заебалась у меня лежать на ноге целыми днями, а? Олаф? Олаф мейн. Не, ну пизда, он блять, нео какой-то, я не знаю. С зелени вышли еще двое. Блять, что это такое нахуй? Я ни разу не попал. Два раза попал. Пиздец. Я ненавижу КС, блядь. Игра для дебилов, блядь, ебаных. А где Макс? Кстати, не щабе будут пушить. Чем мы сюда бежим на А в четвером, я не ебу. Ты не убьешь никого. Ладно, я сам Б пойду. Пизда. Ты, блядь, бесишь, а что тебя Томми убил, нахуй, или что? Уже стреляет, стреляет, блядь. Стреляет. Стреляет, ручки трясутся, стреляет. Уже внушевание выходит, и вот такой... Ой, не убивай, не убивай, не убивай. У меня, кстати, рассказывал, у меня колесико снова работает нормально. Вот я им не попользовался неделю. Да,
но я, возможно, не всем говорю. Электро. А, блядь, прошли уже. Электро убил. А, я думал, полки попиздили. А Томми решил своих ебасить. Хорош, Томми. Томми красавчик. Вен реально вышел. А у нас бомба. Один у меня, типа. Нет, а, наверху, походу. Он наверху, там, где домик. Да, у нас пикник спал. Нет. Сука, моется, сидит. 30 хп, да. В душевой. Расстрели вот эту стенку. А, вон. Как он успел стебать? Типа убил сразу. Ну, видимо. Блять, Томми опять 2 килла. Может, у меня только до 4 не повышать. В тылу стоит с авиком, блять. Воюет, вот этот последний фраги забирает. Когда 4, говорят. Когда 4. По игре Dead by Daylight снимут фильм. Детали пока не раскрывают, но одним из продюсеров выступит создатель Астрала, Пилы и Заклятия, Джеймс Ван. О, это неплохо, кстати. А что там, типа... Там будут... Там будет... Блядь, весь фильм как типа, блядь, взяли, убили, повешали на крюк. И целый час, блядь, стоят рядом с ним. Я думаю, ну что, там посырали только эта полкатка. Ну и что? Катка есть катка. Катка есть катка. Катка есть катка. Я еще один. Еще один почек построил. Да пошел он. Не, просто прикол в том, что там будут лицензированные персонажи или нет? Нет, это скорее всего про мир. Сама игра. Так, а я не понял, там что будет про что именно? Про одного какого-то маньяка? Нет, скорее всего про создание самого мира. Детали не раскрываются, написано. Мне кажется, логично, чтобы про лор это снимать. Какой там какая охотница, блядь, какой-то. Траппер обязательно. Траппер, да. Я уже вижу, как чел на крюке висит, а рядом у меня, блядь, пробел не нажимается. Ну, у тебя борода не растет. Уже я ненавидел эту хуйню. Раньше было, когда постоянно пробел 20. Там пробел уже, не надо нажимать, я, уже да, идет 40. Я... 4-5 ночи, рай, вот и бодец, начинается по пробелу хуярить, и мама присыпается, орёт. Все порты ненавидят эту игру. Надеюсь, там будет цена, там мне давайте побегут, один говорит, я впитаю. Ну, вот так это мы ведём. Ну да, или так. Не, надо, что в конце фильма, типа убегают ворота, перед тем, как убежать, они начинают все приседать быстро. У вас просто на эндшите мозг ломается, и вы начинаете ходить каждый раз на новую позицию. Иди нахуй. Ты если будешь ходить на ту же позицию, тебя считать будут легко. Так тебе враги не считают вообще. Вы прошлую игру выиграли 15 раз почему? Уничтожаемо было. Что каждый раз бежали на бэтмен, если будет бар. Да. Играть. Тут такие довольно спидные.
Ты еще? Блять. Еще игра не началась, а ты уже отмазки ищешь. У них есть чел Тёма, они постоянно крутят везде. Хуесос. Нет, Сон, я не знаю, почему Вове нравится Эншин так, это типа сложно. Поэтому этот боб задрот на авике. Все оружие говноед, на авике что-то не будет. Ты где, блядь? Посеяло. Я на. Поэтому типа в 21 году фиолетовая медаль. Он вообще на голову пизданутый. Типа, я не знаю, какой это левел, блядь, 120-й, 160-й. 143-й. Он всю жизнь в этой играет? Да. Ан чисто. Бублик взял. Это темки мутер, походу. Блять, очень хочу водички попить. Есть вот там вот. Да нет там никого. Под двоителей. Я пал. Лагумба? Не. Да. Да. Хорош. У вас будет близко хрейти. Он сад бежал. Сбобил тебе. Вот это Тёмыч, я говорю, он будет крысить. Даже Теро, блядь. Один лоу должен быть, 5 бомб, а Тёма чей. Охуенно. Что он, блядь, делает? Значит, бомбу заберет, поставит, и вообще будет рофл. Не защитит, как он прошел? Мне тоже. Не, бомба у нас. Блядь. А, плеча. Кока-колку могу попить. Как это называется? Боксик? Боксики. Блядь, как братишка, интересно, что вы каждый год 8 лет нахуй эту пиксель батву ебану устраивает. А это походу с шарта. Блять, ебать, это долгая катка будет. Угу. Понял. Понял. Это парень бы планта наш. А зачем зеленый вид прошел, пропушил? Ну, он убил кого-то. О, там, там в миде черики еще есть. Дай приду. Один был в миде, а это последний. Могу дигл ебало. Я могу взять, давай. Я опорник Аплан, я опорник Аплан, да. Я опорник Аплан, да. Аня, ты копишь деньги, чтобы потом малую дягу попросил? Нет. А я не дам ему. Не играют мид это. Ой, бросаешь меня? Yes. Мид или да? Мид или да, или бит, или да. Мид или да, или мид, или да. Или да, где-то здесь. Я шорт гляну. Отсюда с мида. Никого нет. Почему? О, а у меня калаш. Карман твой. Не-не-не. Я в спину к ним зайду. Где на ножах?
Ну пизда, я спалился. Они спалили. Они слева, мне кажется, так же. Ты хуй на ходу мне дал, блядь? Думаю, тебя вообще не ожидает тут. Ожидает, ожидает. Если я со спины вышел, блядь, как-то хуй рек еще пойдет. Разводит, ой, разводит. Хорош. И поэтому чел он фу дает бомб сайт. Это малый. Блять. Малый, умоляю. Всем, чем что есть, прошу. Ну или хоть что-то ожидайте. Я? Ты че делаем? Я думал, это Яр, так это Ярова. А он тебе дал? Как я хочу запрещенку сейчас сказать, блядь? Я не успел. Скажи, Вань. Бублики. Обезьянки, блядь. Еще один там Ярый будет. Ну, проходил туда. Ну, есть. Двое, вот. Один может перед смоком стоять. А я не стоит. Ставиком. Ну, кажется, чел дойдет. Бублик зашел. Убили. Бля, Яра, еще фрагов не останется тут. Да, ну есть один. Лаштаны, лаштаны, штаны. Да. Бля, бля, я тебя штаны называю, эту хуйню, бля. А я эту хуйню говорю боксер. Боксер? Мы играли в одной катке, и Вова говорит, как эта хуйня называется? Он говорит, боксик. Он говорит, Вова, он говорит, маленькая коробка, как называется? Да. Хочешь, как малый дам? Я знаю. Наперёд, хоть нормальная тема. Нормальная тема — это в руки дать. Ты первый? Ничего страшного. Заебал, он же потом выебываться будет. У него просто типа выходит, блядь, и по дому. И дохнут, как еблан. У меня, блядь. У меня бомба у тебя мало лежит? Да. Мид смотрите? Уже нет. Бля, он бы успел прийти. Успел. Вот сучка. Спина, спина, спина. Шорт, шорт класс. Не у тебя, не у тебя, не у тебя, не у тебя, Яр. Шортелас. Я-то убил того. Бля, типа бы в сайт уйти и вот этой хуйней не заниматься. Нужен авик еще один вообще или нет? Да, давай, нет. Блядь. Олег, будешь авик? Нет. Ладно. Это наперед. Да Олег, блядь, заебал. О, бомба у нас. Олег, помогаю, помогаю. Блять, Олег, я нахуй долбоёб. Хорош, Олег. А ну молик, молик, хаешку. Давай. Если ты подс, то кто я, блять? Я просто выхожу и смотрю на миникарту. Да, я так понимаю, что челик, который за вас труд. Русский? Кабачок? Кабачок. Он реально нео, блять. Или я дегенерат?
Блять. Яра, второй вариант подходит после этой стрелы. Magic. Алло. Signed by me. Ну ничего не указывает на его русскость. Флешка. То, что он кабачок не смущает, да? Ну что он украинец. Кажется, это такая типа флешка, потому что была одна, они что-то будут бегут фасту. Пизду на бэк. Ладно, идем русский внутрь. Не факт, что русский. Пуклинский кабачок. Ой-ой-ой, пенис-чан, блять. Пенис-чан? Олег, смотрел аниме про пенис-чан? Сэ ставят один. Я с малого с кином играл, вот в чем проблема, блять. Дядя. Олег. Тик-так. Тик-так-так, тик-так, тик-так, тик-так. Но-но. Но-но, топ-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 топ, но-но. Купи-купи. Купи-купи. Но-но. Топ-топ-топ, купи-купи. Блять, не ожидал такой хуйни. Алята! Алята, Зизя! Изя! Ну-ну! Тьфу на дядю! Тьфу на дядю! Ну-ну на дядю! Дядю. Ану! Пс-пс-пс! Ну-ну на дядю! Пс-пс-пс! А, на дядю! А! Ну-ну-ну-ну-ну! Блять, еще моль! У вас там дохуя, да, типа? Блять, у Олега моль, сука! Я не знаю, куда идти. Сейчас у Олега один, тише. Одни шорт. Не смогу их, Олег. Бомба на Б. О, найс. Двое лоу, двое лоу, двое лоу, двое лоу. Один минус 76, второй минус 8, там, дофига. Ну, оба на Б. Я в спине, давайте медленно так. Да, last low, тоже. Лоу. Пошел нахуй! Хо-хо-хо-хо! I'm working on it! Diffusing the bomb! Олег. Ты чуть-чуть не успел. Получается, без ноги мид. Нахуй ему что-нибудь тогда? Олег, должен убивать всех. Ты куда съебался, блядь? Куда съебался, блядь? Они себе флешку дали близко, они думают, что мы запушили. Or something. Близко очень. Блядь, два ебала. Не смог. Один прошел. У меня бомба. Олега тоже смог. Хорош. И под тобой прям. Береги патроны. Хорош. Бля, тип стоит и смотрит, блядь, хуй знает куда. Он наркоман? Он русский. Думаешь? Типа рофлит аниме, на самом деле по вечерам смотрит до финиса.
Смотри, Мит, доверяю, доверяю тебе, доверяю. Нихуя ты стал. Нихуя их там. Ох, нихуя их там. Блять, не могу, не могу. Они там без ебала. Дал флешку. Один без ебала слева близко. Я по приколу начал стрелять по нему вообще. И чем наша разница? Я слева по ногам, не по лесу. Без полицейского я походу стоит. Сейчас ебал. Опа. Опа. Видишь наша разница? Видишь нашу разницу? Я с первого раза попал, а ты, блядь, с десятого, да. Опа. Хорош ли? Пенис Чан. Это больше халф, чем халф HP. Если окрулить, то это фу будет. А ну дайте мне дроп. Спасибо. Я флешку кидал. Как получилось? Оба в штанах, блядь. Потому что если я кинул смок, если они уже вышли. А где зеленый стоит? Один так же. То они меня просто убьют. Один прошел вот хуй сюда, в хуйню. Храм может зайти. Храм, да. Храм трям. Батин там целился. Ванечка охуенный. Я дошел два. Сука, не трогай. Тварь. По патрончику. Чикс. 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 Я дома. Бля, эти. Как у меня века все записал? Я? Ну давай, блядь.
Мид пушит бомбой. Никого. Мид еще авик. Мид Олег, слышал? Эка... А, не, не слышали, блять, ладно. Бомбы видели, да? Яп. В бубил могли зайти? Там двое было. Строже подпишись. Что за хуйня начинается, блядь? Что за залагало еще? Пинг на 100 скакнул, блядь. Пинг 100-150 плюс был. Бля, че-то, кстати, рука чешется. Бомба где в миле? Да. Да. Шорт. Да, это уже не мой авик, як. Да, тут я путь. Ой. Сейчас он выйдет справа и резкий фликс, и третий ебанутый. Они вдвоем там походят. Собрал всего один. Видели нахуй бесконтактный бой? Ту-т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 у-
Ты кому подал? Ваня лично дропнул сам авик. Ты кем я назвал только что? А? Еще как только я. Давай. Есть? Короче, есть, я вижу, что он тебя ударил, ой, он тебя убил, и резко поворачиваюсь направо, а у меня тут тарелка стоит, я в нее ударяюсь и правую кнопку, блядь, нажимаю автоматом. И у меня начал откручиваться, блядь. Да ну, вы вообще конченые, блядь. Вы даете два минуса и не выходите. Нет, у меня начал откручиваться, блядь. Один за ящиков 100 пудов. Мало дальше побежал по инерции, блядь. Бля, только Тёмыч, такая гнида ебаная. Не кидай? Не кидай. Хорошо. Блядь, ебаная тарелка, сука, она нам раунд только что проебала. Я начал откручивать хуйню, я еще и топнул нечаянно, блядь. Короче, пиздец. Или флеш момент. No. Ой, блядь. Мощавик взял. Ой, флешка. Мисс флешка. Я не понимаю, где-то есть мир. Я убил. Убил нет. Ты что меня бросил, блядь? Убил шорт. Авик. Олег, у тебя был кто-то? Кидай флешку, он, слышишь, разворачивается, меня убивает. Круто было, да? Как? Что это такое мало? Что это такое там лежало? Ай, блядь! На, блядь!
сюда, у меня долбоёбский ник, оконченная тварь. Эй, эй, ты с Авиком опять или? Да. Давай я молик еще готовлю. Нихуя он упал. Ты там же. Да слышь, блядь, меня пострелил как-то. А что с этим Нео ебаным? Ты туда поешь? Справа Олег был, типа. Справа был, типа, он меня убил. Да, один карман, один рампан. Я 26 секунд, можете сейчас распределить. Эй, бабы. Он вышел. Okay. Я думал, что я в карман. Понимаешь, что он сюда слышит? Я думаю, это не слышит. Смотрите прикол, когда не успеем, да, это сделал, ладно. Один патрон на верочку, на этот раунд приобываю. И смог. А, он выходит, а нет. Бля, так бесит, ты подходишь к чипу вплотную, блядь, достаешь нож, он разворачивается за секунду, нахуя? Бля, супер, сначала ставит бомбу от себя, идет туда и не обходит. Хоть одну причину, по которой он развернулся там, если смог пропадает, он сейчас стреляется с типом, блядь, нахуя ты разворачиваешься? Бэт, да? Сказал? Лево, я не хочу смотреть этот видос, потому что мне еще, блядь, еще две недели потом будут предлагать российские видосы, блядь. Я на эту хуйню вообще не поведусь. Хорош, малый. Не хочешь, когда не хочешь первый идти, делать что проебался с прыжком. Убежал. Да причем он с Украины или не с Украины, там на русском языке видос. Ебать там людей! Следующий. А, все. Да хоть тебя порежу. Тёмыч ебаный нахуй. На нож. Давай иди, блядь, кабачок, ёбаный, блядь. Пизда. Блядь, прикольно, второй левел у меня, мапа. Блять, охуенно, две... Ладно, нахуй. Равик лежит. Не, ну это хорошо, калаш выкинул так, чтобы чисто враги подобрали, да, пошли? Явик сейчас подобрали это, Где они? Малый в спине у них на Б, если чё. Я не понимаю, почему они сами едут, либо они... А я обходит. Бля, он зайти.
боже мой. Чел 6 киллов, 2 которых... Мне же мы только что ему дали авик и два ножа, блядь, на экран. Мать разлигнет свою. Кабачка порезали с бомбой, блядь. Прикол. Да, пиздец. Бля, меня тупо хаешками закидали. И завершающую стекла въебало. Нихуя не. Го, а, я открою. Пустите первым. Хорош, малый. Там не долетело, да? О, это еще лучше. Близко попал, типа, блять, я слепой. Где я? Блять, я въебался в стену, короче. Не, может быть, все. Все, бежали отсюда. Оп. И тихонечко зачилится. Чел, я ушел, ты меня не слышал, блять? Ира, готов? Я тебе въебал, это мне. Нет, нет, я на тебя смотрю. Он походу не выйдет. Яры, делаем это вместе. Это мой, кстати. Тун. I'm your penis, I'm your fire, your desire. О, добить. Как пройти? Ебать тут смоков, ты посмотри на эту хуйню. Мы, блядь, заперты. Яры, живи. Ой, пизда тебе, чел. Ой, пизда тебе, чел. Да, блядь, какая же это хуйня, а не оружие, я ебал. Да. Лаз будет с бэс идти, скорее всего, потому что... А, не, бублик. Бублик? Кт. Бомба под тебя, похуй. У них смоков не осталось, я уверен. Не, сюда не будет видно. Будет. Не-не. А, да, не видно. Хорош. Он просто подал всех своих челов и сидел и чилился, блядь, слева. Ту-т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 у. Сука. Не поймал. А? Бладвиадио! Что за мусор валяется? Пропал! Он испарялся. Попал? Ой, пушат. Бьют. Блять. Один в бублике. Ебать, он сидел. У меня бомба. В сайте двое гона. Бублик убьешь? Можете катать носом. Ч?
чмо огалимое, блядь, обрыганное. Секунду разъебали. Макс. Оцени видосик. Ого, на базе бежим, написано. Я флешки дам. Первая. Вань, ты куда бежит? Куда, блять, врагов убивать? А вы еще стали? Сейчас смог, чтобы достали, потом же не зашли бы. Зачем терять хп, понял? А что тушить? Да там 10 хп теряешь, блять. Ты бы хопишь нахуя? На, блядь. Шорт есть, шорт есть. У вас шорт есть, алло. Нет, 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 нет. Ну чё, блядь, алло. Компа. Я ебал. Нет бабок. Ну, во кого как ебать? Я позапрошлый навик покупал. Почему это было? Как пёс. Я там голову учёл. Чё, go shift sw? Он сказал. Вы должны сейчас втроем выйти, сдохнуть, а я выхожу с калашом, всех убиваю. Блин, can you flash on go? Yes, yes. Go. Он смог кинул? Он в сайте. Оп, не в сайте. Бублик? Да ебать, иди ты нахуй. Чё мыч, блядь? Ладно, шутки шутками, а не шутка. Так, блядь, у нас хоть раунд будет, фул закуп где? У меня фул закуп. Так я тебе раунд почти взял. Понял. Шмурой нету, кого нету, просто. Найс, флешка. Есть тип слева. Слева? Я все слева пол. Блять, я белый. Блять, справа. Я убью, если убьет, типа. Слева, да, есть. А, так там я на Б пошел, короче. Блять, это пиздец, я по вокруг спины у меня сворачивается. Он не видит, он не видит. Слева. Блять, что понимаете, я типа в спине стоял, типа 20, потому что у меня игра сорвалась. Я до сих пор стоял, и он так не повернулся. Нормально, у меня тип без причины поворачивается. Так это, да, выглядит, когда мид выходишь. Я, короче, в руку не стрелял. Реакция хуевая. Может, меня не видел. Шорт тоже есть. Блядь, я... Ладно, ебать, я долго думал. В конце увидел, я верю. Набрать твой класс.
Sorry, bro, it's for me, it's my AK. Thank you, bro. Но пуба, хотите, я сделаю говно? Смотри, делаю говно. Блять, что за флешка? Thanks. Карман нет, не убили. Четыре типа живущие. Справа. Бля, зеленый алкаш, блять, бухой. Бомба не по тебе. Бомба максимально не по тебе. Надо идти, братан, не успеешь, если дефузить начнут. Блять, ёбаный алкаш. Да это зеленый раунд выигрывает, а не чел. Потому что он флешит меня. А потом просто стоит с моликом в руках, блядь. По нему тип стреляет, он стоит, блядь, думает, кидать его, не кидать. Сидит, водяры бахнул, наверное, блядь. Я в тильте, потому что, блядь. Сейчас смог прилетит. Не топайте только. Чмот, блять! Там есть смог, датчик из угла. Тут должен быть. Шумел, они стянулись, мы на выше. Олег, можешь пошуметь, пойдем? Мид, мид, мид. Ой, блядь, какой же ты ублюдок, ебаный, блядь. Все. 30 секунд. Пал. Тайм. Разруби. 1, 2, 3, разруб. Фри. 1, 2, бесплатно. Оп, на ноже, хорош, блядь. Сзади, сзади, шорт. И почему он каждый игрок кидает сильвера, который 2.5 миллиона чуваков? Ай, блядь, давайте еще раз Б открою. Только у меня нет. Дайте мне смог. Прям киньте руками. Только вот не зеленый. Я мимо пробегу, кинешь мне смог. Спасибо. Вместе воим, потому что флешку. Не флешки. А есть флешка. Бля, мне смог нужен. Ладно, я справа попробую пройти. Блять. Мужики, флешки, блять. Нахуя? Когда я уже вышел. Блять, да я ебал. Карман. Двое. Да блять, повысьте меня. Потная сучка, что я думал, это будет намного легче.
Ой, блядь. Я вообще должен 0 раз умереть, чтобы не повысили? Да. Снег спрыгнул. Да, у меня все зеленое, почти вся страница зеленая. Палаш. А где Макс, блядь? Бля, у этого долбоеба звание выше, чем у меня. Почему не повышают? Не, я думал, после совечка очки повысит. Че, пойдем в Ghost Watchers у меня? Макс, не хочешь? Олег, не передумал? А еще одну карточку в КС. Можешь карточку в КС, только без меня. Все. А с Макси чем команда? 5 человек? Да не. Через 6 минут звание все посылаем? Или через час и 6 минут? Мы не определились. Через час и 6. Хорошо. Да не, пошел Макс. Звание иди нахуй. Не только тут. Он кидал, а он. И команда собралась. А Олег. Пошел нахуй. Лёг. Соси хуй, быдло. Уже, кстати, верно. И что? Хуй соси, быдло. И что? Быдло ёбаное, блядь. Ты большой член. И чё? Хуй через плечо. Хуй через плечо. Баллы закрой. Маня, что тебе подарили? Кто? Родители. Они уехали в Италию. Отличный подарок. Я кинет твоих родителей. Бля, а Герман что подарил? Он уехал с ними в Италию. Какие там сейчас вся Италия просто день рождения Вани празднует? Да. Крутой. Я говорю, пожелал тебе хороших слов. Да, он сказал с днем рождения. Да, и блядь. Какой уже, 13? И пуши. 2005 он, да? Или какого? Нет, 2007 вроде. 7? Да. Ему 16 лет уже будет или есть. Нихуя. Я, по-моему, в июне или в июле. Я в 16 лет уже трахался, пил, курил. Ну, а ты еще? А кто-то учится в 16. Я уже бросил учиться в 16. Мама. Макс сказал сегодня, что он хочет стать магом. Что? Кем? Макс сказал сегодня, что он хочет стать магом. Блять, Макс. Типа, если до 30 лет не ебешься, то у тебя открываются магические способности. Макс, через 7 лет? Тебе через сколько? 8-9? Встречаемся, короче, возле 13. Я возьму посох. Скажем так, если малого кикнуть, то малый будет, но с другой человек. Да что, вы в КС дальше? Там же... Да я понял, я смотрел, забей, я видел. Да, ты понял, да, я его смотрю, да. Прикол. Бля, что вы понимаете? Не, ладно, все, это уже пошло не то, что... Да, мало. Олег, дроп не смог, блин, он купил смог. Смотрит на меня 15 секунд, пока типа отсчет идет обратно, я пробегаю. Он мне его не дает, блядь. Потому что там тип пробегал. Ты так долго готовился, что распереживался и не дал в итоге. Пойдите в призраков, пойдем в КС, в доту, в Фортнайт, в свояк.
Какой спать, Макс? Так что мы в Доту, КС, в Валорант. Куда? Куда будет? Что ты сказал? Олег. Ань, давай, меня надо повысить. Да не хочу, он игрался. Мне не нравится КС играть много. Ну так еще вот с Максом вообще будет круто, прикинь. Да нахуй мне этот Макс? Как делаю колечки гандон. Что? Ты с Максом посидел лаковыми колечками, Макс все забрал передо мной. Не отметь свой день рождения, знаю, в КС. Мы же в Ghost Watchers уже не поиграем, блять, если мы сейчас пойдем еще. Ну всем похуй на Ghost Watchers, правильно? Мне не похуй, я поиграть хотел. Вот будьте день рождения. Ну, можно поиграть. Ghost Watchers. А че насчет-то? Походу не будет. Не будет дня рождения. Какой хуесос меня кикнул? Не будет день рождения. Не, я почему? Ощущение, что кто-то меня кикнул из догадки. Давайте. Давайте ставить. Не ставить, а голосовать. Олег. Если мы идем в КС, я тебя поздравляю 8 марта. Если будем в Ghost Watchers, я тебя поздравлю 9 марта. Я поставлю 7 марта. Ой, блядь, чей ебал? Хорош, хорош. Хорош, туда этого. Немца. Ты немец, блядь, иди нахуй. Гитлер. Ты Гитлер, блядь, иди нахуй. Ну только очень быстро. Можем короткую? Короткую, дайте короткую. А потом что? А что мне туда, не сюда? Потом позачем? Потом попку. Не, потом в этот. В Ghost Watchers. Можно. Макс, турные палочки, дерьмище. Не, они просто безвкусные. Какое колечко такое, здорово. Какое колечко вкусное? Здорово. А, Ника Глай дал интервью Дмитрию Гордону, это пизда. Да, сегодня кидал. Не, у меня тут видео, как они ходят по улицам, общаются. Нахуя? Снимаю. Не знаю, никакой это же полный зл. Ну, блядь, тогда он же тоже не тупой, он тут понимает, что тут еблан. Да это чисто для хайпа. С кем там общаться? Ну, может, типа вообще блокпоп на Украине, в России. Лангкамп, это что значит по-норвежски? Лангкамп. Блин, моя борьба. Ты долбоёб, Максим Ставратий. Ты знал? Максим, ты разве долбоёб, скажи честно? Да, он долбоёб. Макс, это... Ёбаный долбоёб, просто ёбаный, блядь. Ну, знаешь, это не сравнение, а в сравнении с Ваней, то вряд ли. В сравнении с Ваней ты вообще уёбок. Ваня, ты с Ваней. Ты швайн. Не ты швайн. Ты швайн. Понял, ты швайн. Ваня ебанулся, как с Максом начал говорить. Помнил, что Макс еврей, и пошло. Да, ты ж Ваня. Вангила. Ты шайзен. Ты шайзен. Я украинец, мне похуй. Не, ну, по факту, все у кого крыть. Вот так, получается, где-то, блядь. Хуйня. Что? Срубает. Да, так, Гурка пик. У Митина... Бля, только у ебана. Вот если ты сын шлюхи, если у тебя мозгов ноль, и тебя родители не любят, то ты себе ставишь какое-то слово и пик в ник.
Но это только если у тебя родители нет, они тебя не любят. Если у тебя есть родители, они тебя любят, ты не ставишь пик в них. Я думал, пикеры еще были. Чё? Это, блядь, это была Сентёрна, там вот эта группа динозавров тоже, которую все ставили. Динозавр. Я помню динозавр. Писос Про, блядь. Хентай. Ну потому что теперь не Гурка пик, вон, блядь. Или Ксантарас пик. Чмо оголимое, блядь, ублюдское. Минус 58 с 5 попаданий. Чело, которое я доходил. Доху кибанаю. Безможно. Я только что специально подойдет. Начал стрелять, чтобы не слышать. Те, кто играет больше 2 часов за месяц в КС, это те дебилы ебаные. Вот. Получается, ты дебил ебаный, блядь. Верно. Нахуя мы да стартанули? Это еще долго, пиздец, долго игра будет. Мы голосовали за карты. Нет. Спасибо, блядь. Можно БП? Там два типа еще в сайте. Нет. Нет, блядь, меня убили. Два типа в сайте, один КТ. Да убей его, Ярый, убей его, Ярый. Алло. Алло. Не пикайте. Не пикайте, пикайте вдвоем потом. Сначала вдвоем. Так мало. Еще сзади меня ебашит. Не, один тип, один тип. Ты что, тупой? Может быть, чёрт вам. Оп. Я помню, как я разъебался, так? Я говорю, пикай. Бля, вы так с типом разминулись, а так на бахопчике вчу, как ты перепрыгнул его. Он ко мне прыгнул. Всегда когда какие-то смешные песни. Блядь. Свояк выйти. Какой нахуй свояк? Хуяк. Заберите бомбу, я сдохну. Заметьте бокс, кто там. Андер может быть. Я здесь на сиху. КТ. Пацаны. Ты еще топни, блядь, один раз, сука, блядь. Гандон, блядь. Еще один. Ебать, я ебальнички поставил им. Ёбаный в рот. А ну дайте еще ебальничек поставлю. А, это муха. Блять, ну... А, в Андере. А, стоп, что ты долбоёб, Максим, с тварати? Ну ты алкаш ебаный, я тебя ненавижу, блять, ты тварь ебаная. Умри, блять. Челов, которые просто сидят и крысят нахуй. Весело в эту играть, интересно? Нет, не весело, не интересно. На смог не хватило, на смог не хватило. 4 сына, 2 сына провожаю. Один без Б. Два сына провожаю. Пизда нахуй, блять, обрыганная. Уходи оттуда, блять. Один Б, вы решаете пойти все равно.
Мы идем мид. Хуя, блядь, где ты отбились там? Window? Window. Опять мы обосрались жиденько. Блять. Мал, нахуй на пошли. Вот сучка. Аптухим, как говорится. Еще раз. Аптухим, как говорится. Меня зовут Максим Ставрати, я врати, тапи, папи, тревати, врати, пати, под тимпом. Нихуя. Да, это футбольчик был. И варшот. Я рыдай дроп. Я могу магдиса давать. Дай мало. Или что-то, ну я не знаю. Или мало бы дигл дай. Что-то. Давай. Я дам дай мало. О, у меня хуйный счет. Мне надо никого не убивать, не умирать. Что делать? Ну, если умрешь мини, сейчас это будет не зазор. Один Б, походу. Блять, за кем идти? Может, ярво подблочить? Малого дигл-то неинтересно. Там 5-1 Б был. Олега, блять. Почему не броня? Все равно просто выйти и одного типа убить. Где? Где? Тогда сложно. Есть мог. Там много хпм. Половина хпм. В другом месте побежали. В лесах стоит. Вот и. Да блять, заебали. Я не вижу его. Ну, пизда. Он далеко, потому что. Сел. Ну тут ебать страшно выходить и без бомбы. Идите сейвите. А мы сюда прям еще планов нет. Теперь мы два девайса заценим. Уже прогресс. Эй, попа, главное, чтобы меня после этого счетчика не убили постоянно. Убьют, убьют. Я скрестил пальцы. Эти пизда, Макс. Не бери же, вас сейчас убьют с этого, блядь. Хочешь, Макс, посмотри спину, я так поступил. Макс, блядь, я так пиздов дадут, отвечаю. Макс убьет через 3, 2, 1. Макс, это клинч. Голок. Бля, меня вот бесит такая тема, я когда я пишу ха-ха-ха-ха-ха по-английски, когда мне русская раскладка стоит, мне пишут РФ. Ай, жжется. Сука, гандон, блядь. Ай, глядики. Есть смог. Пизда. Двое в сайте, один КТ. Бля, они каждый раз вчетвером на охотят. И мы каждый раз вчетвером на охотим. Го, а выйдем быстро. Уравниваем силы. На, не ной. Что хотите. Дайте мне. Вот. Да я. Ты же без брони будешь. Я бы за тобой бы ходил. Я побежал. Баба. Не-не-не-не-не, в четвером на. Блять. Как я заебался хаешки ловить.
Сейчас, секунду, у меня глазик чешется. Форт смог дали. Мало, я без глаз. А Мавик, да, есть у них или нет? Не знаю. Не знаю, в мире кто-то ходит. Явно есть. Там типа либо на машине, либо в окне. Флешка. Нихуя. Жесткая. Блядь. Лех, это тебе за флешку. А как ты не зафлешился, ублюдок? Минус 88. Дверь. Блять, сзади, мейн. Че, еще айн лоу? Этот лоу? Че я могу взять? Бля, как тип не зафлешился, я не понял. Пиздец, обидно. Я говорил, голос Ghostwatcher'а вы не слушали. Всем похуй. Соси хуй, блядь, на тебя всем похуй. Всем похуй, всем похуй. Let's get in and get out, okay? No time for bloody dilly-dallying about. Flashbang out. Не машина, может быть, правильно. Throwing smoke. Авик. Под нами тип. Бля, там мид еще. А, хорош. Я не один на меня, блядь. Шорт. Авик нужен? Да. Тебе наперед кинуть? Да, вот тебя прямо вниз сразу больше. Видите, о, кто со мной? ОБ поет. Она, а мы Макс панели у себя. Ну то один. Да, ребята, тягай. Идите нам. Ну пошли, типа. Если кто сделал, все мы знаем, все понятно, кто там сняйтесь. Главное, не выходите кубку. Давай сюда в карту. Сейчас ты не сдай с тобой, просто вас тут посадим. Подожди, в этом же. Ярый, стой, пусти, пусти, Ярый, пусти, пусти, пусти. Называется футбол пик. Да, я пока не понял, почему они идут кейт на лонгу и двое всего стоят на бэш. А, вы бомбу там ебали, нихуя вы красавчики. Пизда, и что делать? Чары. Си. Есть флешка, это. На еще дай. Блять, ебать ты, блять, крыса ебаная. Мало, дай, дай я пикну, дай пикну, дай пикну быстро. Бабелох. Спал под бэбл. Спал под бэбл. Сука. Забил. Один мяч. Помнишь, мы хотели как-то мячик до пунта донести и в него поставить? Какой шикарный дриблинг. Удар! Гол! Поставить бомбу. Ну да, там всего лишь нужно полезть тебя, что план. Так ты видел мой футбол пик только что? Смотри. Да,
Он двое КБ. Осуждаю! Блядь, вышел в окно, сука. Упал? Не упал. Что, долбоёб? Как его не убил? Упал, упал, упал за сайтом. Алик в двери. Да, я понял, я его не убил. Хорошо, немножечко. Голан, голан, копакс. Дам тебе вон. Ну, товарищ. Это, по-моему, не коробка. Макс, ланкам спрашивай, как с норвежки. Нихуя там флешек. Ну все, надо идти, потому что они сейчас... Нихуя! Я фулл, я не знаю. Нихуя! Нихуя! Блядь, ебать тебе шари. Пойдем, пойдем. Как работает? Лонг? Ты хочешь опять? Да, лонг. Че опять? Давайте спаун хорошо, бегим. Бегим? А, я, блядь, первый буду выходить. Ты что, ёбнутый? Ты меня убить хочешь? Б2. Бля, Лео, какие нахуй анекдоты? Из смока потратили. Лучше. Там тип близко. Оп, оп. Чтоб боялись. Ну, 50. Оп. Убью. Укузло. Внизу, блядь, вверху. Пошел на гендер. Кукуруза. Шмукуруза. Руза, шмукуруза. Че, вон бэк? Беда? Здесь. Не понял. Надо брать. Я не понял. Пылан. ГГ, ГГ. Выкидывай, выкидывай за карту, выкидывай за карту. Мы это убьем. Не хочу на Дасте играть, идти нахуй. Кто я? Смог какой-то пылесос. Робот пылесос кидает. Вернулся на тебя обратно. Я пошумел, давайте бегом, 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 бегом. Я бегом, Олег, тут флеш хаешка без закидывают, блядь. Минус 50 с чем-то. Т2. Ах, нихуя себе! А где моя броня? Excuse me! Не помню, как смог кидать вот так. Ай, блядь! Ой-ой-ой-ой! Ай, маны ты рот! Ай, ебал! Забрать бомбу и забрать, забрать бомбу и набрать, пожалуйста. Ай, ебал! Я просто ебал его рот, блядь. Это ёбаного казино. Я флешки буду кидать сюда, Лекс. В эту сторону не смотри. Минус 78. Минус 78. Ну ты ебать ты хуйню сделал только что, чел. Зачем ты играешь в КС? Алло. Извини. Ладно.
Бля, боже, я пойду сдохну просто на Б. Я возьму их сам, мне похуй. Я сдохну, я пойду сдохну. У меня прям настроение сдохнуть. Нет, мог. Один точно был. Блять! Двое машина. Макс, я тебя обожаю, дружище. Двое близко. Трое близко. Да, точно. Уже двое. Мы проебали. Тэшка, тэшка. Есть флешка, есть флешка. Похуй, похуй. Пусть мутится, пусть мутится. Какой мутится? Со своим ланет. Там точно трое было? Да, точно. Ну, блядь, там было 15 секунд назад трое. Один убежал просто с тэшки. Да. Хочешь стрим мой пересмотри? Хочешь? Хочешь? Макс, я тебя ненавижу, кстати. Ты хуесос. Обычно ты хуесос люблю строить. Блять, проебали. Я не хочу жить просто. Я просто не хочу жить, блять. КТ, видимо. Я не могу этого пустить. Еще. Смока. Его вось сайте. Дело. Сайт. А. Блядь. Машина. Не понял. Двигатель. Да. Машина? Хорош, мол. Блядь. Да, машина. Сайт. Пиздайте. Есть что-то? Нет. Вернемся к моему вопросу. Мавик. Я вам запушу, дайте хорошо. Дай лучше калаш, блять. Тут без шансов, чел. Мало, мол? Не. Похуй на мало. Согласен? Двери тащил вам, нахуй. Ты... Не может чела убить. Последнего. Вот так вот, ту-ту-ту, все, он потушился. Значит, на мошеннику нет. Один близко. Вы же не хотите, чтобы я ставил просто, да, и умирал? Вы же не хотите это? Я туда флешек накидаю, блядь. Все, накидал. Лох. Ебало, закрой. Ты Вилхельм поставил на развороте? Он красавчик. Спасибо, Макс. Спасибо. Капот вдвоем. Олег, усынешь меня, пожалуйста? Я не буду это делать. Олег, пожалуйста. Олег. На улице заорали, боже, дай света. Иди нахуй, не мешай спать. Спасибо, боже. Блять. Хуявчик, ты спать пошел? Вышли вон. Куда они вышли? Хавчик, в яме. Давай тебя порежу сейчас нахуй, как собаку просто. Ты тушара, блин. Осуждаю. Индюки ебаные. Что мы будем делать потом? Мы пойдем на этот? Пойдем в КСУ через в итоге или нет? Я плохо на газе.
Пойдем. Макс, а ты будешь? Мужчина спрашивает, ему спать идти или нет? Под Б. Несколько типов Т-шки. Меня в миде пушат a lot tips. A lot of tips, right? 4. Еще 3 минуты. Окно. Двое окно. Один справа убит. Я не могу, 5 патронов, я ебал. Да дайте мне пофармить денег, блять. Сейчас. Так что, Макс, будешь кусочек с меня? Да, сюда. Да. Макс. Ну хорошо, я сыграю. Не, давай вот. Ну хорошо, ебать, так и быть. Уговорили нахуй. Если не хочешь, скажи нет. Но желательно да. Тэшка никого. Я вялее сейчас тупается. Но если ты вялый, если не хочешь, то давай завтра сыграем. Блин, котаны. Блять, они забежали в шорт. Пизда нахуй, ну фудал. Двое. Вон, двое в шорте, двое в шорте. Последний двое в шорте. Макс, второй тоже в шорте. Да отъебись от этого бокса, блядь, не смотри на него, сука, блядь. Извини. Ладно. Прошел, блядь. Давай за. Макс, не шифти, сука. Не-не. Сиди, Макс, сиди, не слушай его. Он умер, совет раздает, не слушай. Дискета. Нахуй дискета. Картон. Ваня говорит, сиди. Поломки, да. Комп выключи. Пошел в бокс, Макс. Сейчас встречать. Ну нажми кнопку, давай. Пожелай спокойной ночи от меня, пишет Леон. Мужики, вам спокойной ночи от Леона. Спасибо. Карта для гнид ебаных. Ты просто играть не умеешь. 10-11! А смотри, просто две игры. Одной 4, а другой 2. Пока вот это будет смертеть. Я тебя ненавижу. 10-12. Ты куда ушло, быдло? Один в Т-шке, блядь. Нихуя ты. Ластешка. Может на Б съебался. Может вообще на респу съебался, сейчас кому он пойдет, я что знаю. Ебать. Нет. На Б съебался все-таки. Для тебя на сайте со мной, пожалуйста. Авик нужен? Ага. А. Я не добавил. Alright. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Смотрим эти, ничего. Беги на лоб, мало. Нет, я иду. Пальми нет, мид нет. Под Т-шкой есть. Под Т-шкой, блядь, ебать сказал. Т-шка есть. Не, Макс. Я просто мало не могу. Не-не-не, сиди там, сиди. Шорт только смотрите. Как... А, я молод. Все еще Т-шка есть. Не высовывайся, что... Я не, даже не думаю. А только если стрельба начнется, выйду через полсекунды, Олег, потому что надо, чтобы все повернулись к тебе. Не
еще могут что-то как-то выйти, чтобы малый не увидел? Нет, не могут. Т-шка близко. Вышел. Вот. Лас подам. Отпорник, я бэйплант ап, пожалуйста, блядь. На любой карте. Ты что сказал, блядь? Калаш есть? Калаш? Вот калаш. Раньше всегда, когда тебя понижают, ты две игры выигрываешь, тебя повышают. Знаете, что в этом году было? Две игры проигрываешь, тебя понижают. Это не так, видимо. Что в этом году было? Этэшка бегут! Ну нам в прыжке, блять, с петуха своего ебаного. За иксом бомба. Мид. Двое Б. Я не понимаю. Один мид. Я на один. А, двое Б. Отменил, значит он один там. Уже, видимо, не один. Да, блять, нахуя ты, блядь. Осуждаю! Бля, чел, сука, прыгает и в прыжке мне с петуха дает, въебало. У тебя дебильная М-ка. На, Макс. А ее хуй никого не убью, блядь. Не кидай. Я тоже никого не убью, блядь. Я не понимаю, минус 75. Олег, я оставлю тебя тут одного. Вы тут с авиками, блядь, нормально распетляете. Не, ебать ваш шлюхи, блядь, я как еблан стреляю. С петухом опять уебище в сайте. Давайте. Ебать, я хорош. Пиздец, я так запаниковал. Я. Ебать, он вас лонга сейчас пизданет. Черт. Он наебал. Мало, чтобы он сконцентрировался побольше. Чтобы он чуть-чуть жизни сил потратил, и в итоге он меньше жить будет. Он умрет раньше. Завтра. Да. А на хуй он там такая могла сделал? А не на хуй. Куда ты прыгаешь? Ну что это, блять? Минус 93. Я эту эмку выкину сейчас нахуй. Нет, я не понимаю, они разбрелись по всем. Два мид. Яра сейчас всех убьет. Рони будем. Где на суициде совет там был? Б ставят сейчас, блять, будет. Видимо, там и стоит. Б, мид уже. Б, блять. Что, блять, как он? А как бы он ходить планета, если он только что тут был? Окно. Нет, окно. Уже не окно. Я побежал к тебе, Ярый, близко. Я справа. Дай флешку. Олег. Ебать. Ярый решил лутынуть под конец, блядь, за несколько раундов 5 киллов дал. Ты что, ёбнутый? Блять, Олег, его ничего не берет. Не пробивай его. А за что его повышать, блять? За последнее место? Потому что эти две прошлые игры. За последнее место повышать? Я не знал, что он уже последний. Ладно, я в следующий раз тоже последнее место буду занимать. Хуй с ним. Хорош. А в прошлой игре на троне ты на втором месте был, так что соси хуй. Ну,
И там ты на втором месте, блядь. И тут на последнем. Выиграл он, блядь. Че дальше? Тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Надо еще одна игра, и вся будет. Нет. Зеленые. Без тебя. Нет, я дал в этой игре на 6 килов меньше тебя. Без тебя. На 6 килов меньше меня. Как прикольно сразу стало без тебя. Прям охуенно сразу стало без тебя. Оцените видосик. Который ты в Дискорд кидал? Да. Там где кот плавает. Девочки. Жестко. Так вы пиздели. Да, да. Взяли их, отъебали. Да, пиздят те, кто типа только одни карты задрочил, на других играть не умеет. Такие люди обычно недовольны, типа, когда не карту берешь. Ну, жесткие типы. Это ебанутые. Кроме малого. Да. Всегда играть с малым или всегда играть с Вовой? Конечно, с Вовой. Этот тип, блядь, плача не может брать. Я думаю, что такой смотришь, типа, блядь. Ну вот сейчас, сука, он всех убил и последний, блядь. Я обсираюсь, как обычно. Я наебал обсираюсь, дебил. Ubisoft Publisher Sale. Шесть какие-то интересные игры у них, кроме Ассасина. Ассасин 2. Ну, Ассасин это прям, это слитно. Гос, дрочес. Малый позиций хуй. Малый позиций хуй. Малый позиций хуй. У тебя в моей стране уже нету декорения, поэтому иди нахуй. Иди ты нахуй. Там у каждого Watch Dogs разница в 30 гривен, блядь. Здорово. В натуре? Да. Ого. Чел, может, отъебешься от меня, нет? Мне чел друзья добавляет один и тот же, блядь, несколько раз уже. Отставим. Анна 1800, почему она в топ-продаже? Анна 1800, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стратежка ебаная. Не понял. Кто ты тут против стратежек? Антон Бриджаде. Бриджаде, Бриджаде. Только хуйня выглядит. Грамотных людей. Неграмотные. Блэзер бесплатно. Неграмотные люди, это ужас. Нихуя в натуре? Да, ура, наконец-то, то она стоила 14 гривен. Я Максим Ставрати. Я Максим Ставрати. Это топ-3 игра по продажам, это Лего Star Wars. О, столько чекса. Лего Star Wars? Да. Это самая такая, типа, нетипичная для Лего игра. А для Олега? Да, Олега тоже. А для Лего? Её прикольно репутнули. Я Максим Ставрати. Я Максим Ставрати. И самая фишка в том, что, блядь, здесь сделали, блядь, абсолютно все добавили. В одну часть, они как сделали в ходе там, блядь. Две части сделали, а третью хуй забили. Есть комбат купил. Он опять. На ханшоу дал скидка. Я когда-то хотел купить, но я спарился. Ну это ж это как Тарков такое. Ира, в Тарков играешь, да? Говраду.
Я помню, убить любой дырочки. Я помню, как ты сосал. Жестко. А в радуге? Типа, понял, типа, сосал в реальной жизни. Типа, прикольно он придумал, да? Смешно, это хуя. Наверное, друзей много с таким чувством юмора. Формула 1 менеджер. Батя, помни, как мы на монополу поиграли? Да. Я не знаю, я считать не умею. Или в монополию? Я не умею считать. Мне кажется, нас не 5 человек. Ну, мне недостаточно монополию. Или слишком много, не знаю. Ладно, я уступлю слот. Так и быть, уступлю слот. Так уж и быть. Ладно. Яр, иди играй вместо меня. Хорошо. Я знаю, что есть ты хочешь. Есть которую я всегда. И Макс, да. Дота 2. Другая. Ага, все, я. Не знаю. Типа спадки хочу. Ой. Шпатки. Ой. Хрпищ. Да, хрпищ хочет. Хрпищ делать. Хрпищ. Батьки ходит, Максимка ходит, батьки, Блин, мне брат говорил, что вот новый сериал корейский пиздатый вышел, типа что, типа как игра кальмара, только другого что-то, это тоже хайповое. Играть минута. Даня с Машей эти дорамы ебаные смотрят. Красавцы, дорамы это круто. Барабаны? Барабаны. I'm your penis. I'm your fire, your desire. Сидим час, скажем, что ебать, мы уже час сидим, а мы или уже это поиграть. Ну ладно, спокойной ночи. Бля, вот эти люди молодые еще, которые, блядь, еще в ясельки ходят, им лишь бы поиграть. Надо, чтобы посидеть, поговорить с друзьями, блядь. С этим уже больше не говорил. Нет, это просто не друг. С друзьяшками общаемся. Бля, почему у меня в Ютубе все в ЧВК Ритане? Я ж вообще его не гуглил ни разу. Сейчас исправим. ЧВК Ритан, ЧВК Ритан, ЧВК Ритан, ЧВК Ритан, ЧВК Ритан. Сейчас 4 часа пойдем, как он качается. Я не ударял. Как страница полная есть. Да, я обновлял ее каждый раз. Даже не знаю, что там интересно. Что там вообще добавим? А ну посмотрим. Я бы тоже бы поехал. Он на 90 гигабайт весит. Парни, по-моему, уже 240. Интернетом. Три часа на игры на жестко. Тита-ти-ти-та. Тут что-то вот какой-то вижу ивент. Тита-ти-та-титки. Три-та-ти-та-титки. Три-та-ти-та-титки. Ни одного кита. Три-та-три-та-титки. Три-та-три-та-титки. Мы все, да, прошли, по-моему, пират Карибского моря. Все прошли, 100% все прошли. Там, когда я помню, тонул. Малы, мы все прошли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Николодин выпустили свой нетбук вместе с Dell. Такое дерьмище ебаное. Вот такой ты верно. Я надеюсь. Я Ставрак и Максим. Пам. Там пам 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 пам. А купить и в монополку. Олег. Олег Матина. Говоришь, Макс? Включил фильм час на. Называется Hunter x Hunter. О, давайте реально. Это охуенное аниме. Надо посмотреть всем. Иди нахуй! Не было бы чего передал.
Я не буду смотреть аниме, мало. Так, ну, ну вообще... А про Королев Шут фильм? Очень пиздатое аниме. Старое и классное. Сериал даже есть, по-моему. Ракончик, ро. Сверкает у меня очень на обмен. Я думаю, это такая выпила. Z. Z все придется заплатить. Они уже, блядь, сериал это вставили, понимаешь? Я так не вижу, как русские снимают сериалы, это пиздец. Сначала похож. Такие уебищные сцены у них, типа... Эти... Ракурсы, блядь, уебищные. Они FPS-ов больше делают, это... Есть прикольный русский сериал, никогда не делал в таком типа в мифическом типа стиле. Зачем мне всегда больше FPS впихают, чем 24? Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Ты же выглядит уебищно, когда эмоции какие-то проявляешь, которые типа в реальной жизни на самом деле никто не проявляет. В каком году Горшок сдох? Первым? Вчера. Я не знаю. 12-м, 13-м, 14-м, 15-м, 16-м. Полмиллион на прослушивание. 17-м, 18-м. Это больше, 19-м, чем 20-м. А у них последний альбом. У нас первым, на втором, у нас третьим, на четвертом. В 25-м, 26-м, 27-м, 28-м, 29-м, 30-м, 31-м, 32-м, 33-м, 34-м, 35-м, 36-м, 37-м, 38-м, 38-м, 39-м. Как-то странно на него. Это стример или нет? А, нет. Хэпшот. Нитрауза. Нет, они... Сериал типа про типа, который всю свою жизнь стримит. Я Ставрати, Макс. Макс Ставрати. Ставрати, Макс. Я Ставрати, Макс. Я Ставрати, Макс. Я Ставрати, Макс. Я Ставрати, Макс. Ставрати, Макс. Ставрати, Макс. Ставрати. А, типа, он играет в компьютер? Это его персонаж? Нет, он не играет в компьютер. Он играет в компьютер. Он играет в компьютер. Он играет в компьютер. Ебать, пизда. Что? Чё? Блять, это такой... Можно 4 капли. Не, ну выглядит вообще как разъёб. Блять, Escape from Tarkov, ёбаный. Ага. Это угар. Нельзя было просто реально игровую графику ставить, было бы это лучше. Похоже на какую-то рекламу презервативов. Чтобы режиссер не рождался. Постыкайте на ТХПшку, блядь. Китя. Китя. Ладно. Ой, ебать, апгрейд. Брум-брум-брум-брум. Они типа реально думали, что этот фильм будет каким-то популярным? Это сериал. А, сериал. СССР написано на этом. На самолёте. Это снимали на эскосере, это ж кринж. Санёк, давай повнимательнее. Санёк, блядь. Ну чисто Санёк. Посмотри, сколько их там. Один водитель. Он нас видел? Меня нет. Бля, ебать диалоги. Да не может она любить меня. Колян, ты чё, придурок, что ли? Бля, ты вообще дебил. Блин, он клавиатуру развернул жестко. Мы тебя чуть не вонюли, урод. Это за кост на батл-рояль какой-то? Да, да. Походу. Бля, ты чё, придурок, что ли? Вот этот батл рояль, знаешь, когда ты идешь, убиваешь типа, у него на полэкрана зеленый такой, это стрелочка оружия внизу по ним. Ебать, там анимешницу убили. Нихуя себе. Fortnite.
И оружие цветное, типа скинчики, блядь. А почему эти типы нормально выглядят, а эти как долбоебы? Слоу-мо. Блядь. Проебали. Рюмно. Пиздец, это не до, блядь, Терминатор, не до Рэмбо, блядь. Нихуя себе. Да ну, я того все ебал. Я хочу умереть. Меня зовут Шрам. Шрам? Бля, Олег, выключи, пожалуйста, это пиздец. Его зовут Шрам, блядь. Запомнил. Запомни. Меня зовут Шрам. Шрам. Стыд и Шрам. Кинопоиск 7.22, блядь. Удивительно, нахуй. Шрам. Ярыло. Сан. 3000. Хуен. Да. Да, они вот после первой серии, когда сделали, они такие смотрят, как, бля, ну хуйня. И все, больше не делали. Я на это надеялся. Ну нет, там еще серии сколько, 10. Не, они смотрят. Блять, еще 4 сезона надо минимум. Меня зовут Максим Ставрати, я ставрим Максим Памбати, парабим пум пим пам перебим бим бум. Ну что, кому-то не нравится. А вышел фильм про кубик Рубика уже. Вышел фильм про Рубик Кубика. А вы смотрели мини-фильм? Да. Мини-фильм? Мини-микропенис. Да, если ты можешь еще раз посмотреть пол. Кубик Рубик, блять, нет, пожалуйста. Ну не, можем что угодно смотреть, просто у меня кися, я хотел за бургером пойти. Подождите меня 5 минут. Кубик Рубика охуенный должен быть в черем. И не подождите. Подождем, Ваня. У тебя еще 4 минуты благодати. Ты придешь, мы тебя сразу так хуесосить будем. Пошел ты нахуй. А я выйду просто, я выйду и с вами не буду фильм смотреть. Я хочу с друзьями смотреть фильм. А ну, там играет Терен Эджертон. Это на белом. Ой, черная птица, это оно и есть? Нет, это не оно. Да мне кажется, они так называются. Блядь, сука, тупые СССРцы, блядь. Кубик Рубик, нахуй. Терен Эджертон. Терен? А, блядь, не кубик Рубик, а Тетрис. Понял. Бля. Там и русских актеров дохуя, и американских дохуя. Потому что фильм американский, ну как бы Тетрис в рашке придумали. Ну, да, говно ебаное. Ну там. А потом чел за 3 копья, блядь, продал, по-моему. Нормальный Тетрис. Я вспомню. Да. Не, он еще вышел, он 15 марта выходит. А горящие клавиши только с нитро добавили, что, блядь? У вас есть в Дискорде горячие клавиши? У меня написано, эта панель видна, когда горячие клавиши отключены, как их включить. У вас такого нет? Ну, горячие клавиши типа замутятся на кнопку. Ну да, я понял. Но я вот захожу, у меня почему-то пропали эти горячие клавиши давно. Я только сейчас решил их поставить. А что у меня написано, что они у меня отключены. А как их включить? Посмотрю. Мне тупо вот такая вот хуйня вылезла. Знаешь, я... А у меня тоже так написано. Ну просто добавь, похуй. А у меня нет, у меня то, что того Игава и мою Аканде. Какое что? У меня действие, я понял, закрыто. Я не могу поставить клавишу. А справа у тебя там добавить клавишу, огромная синяя кнопка. Ну у меня она. Ну сейчас подожди. А, да, да. А смысл-то сверху, который замучен.
Не знаю, может, это кривой перевод. Он будет на Apple TV. Все. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот так этот же ищет фильм. Этот фильм пиздец долго жду. Лучший фильм, я не знаю, легендарный. Какой? А, это не то. Не, не, не. Нужен лучший фильм с Адамом Сэндлером. Адам Сэндлер самый лучший актёр. Во, ебать, бомба. Мне кажется, я смотрел, но я не помню. Охуенно. Это охуенный фильм. Мне я очень нравился вот, в детстве. Я вот, честно говоря, не понимаю, мало шутит или нет. Дерьмо или реально охуенно? Это дерьмо, ебать, конченое говно, блядь. Давай, классно, я классно. Трейлер просто покажу. Бля, трейлер пиздатый. Я пересмотрел. Я в кино ходил на него. Мне даже тогда он показался скучным. Кем ты в кино ходил на него? Я думаю, сейчас помню, это, блядь, 15-й год. Я думаю, не со мной. Обращаюсь ко всем. Я такой, я же геймером был. Я такой, вау, про игры фильм. Я увидел, типа, Марио, там этот... Донки Конг, Бакман. Сиди, нормальный фильм про игру. Я про то же. А, этот, да, вышел с этим... С Человеком-пауком, как его. И хочет разобрать нас на пиксели. Нормальный фильм про игру, Uncharted. А, если так говорить, то можно сказать Silent Hill. Пакман инопланетянин? Чё ещё? Первому игроку приготовиться. А, охуенно. Не, вот если конкретно про игры, то это остается только вот этот фильм и первому игроку. Это ж просто бочка, что она может сделать? И там всякий Ральф, блядь. Но это не фильм. Нормальный мультик. Первая так, часть прикольная. Первая часть, да. Такое, что... Там Лджейт озвучивает. Мини-привидение? Да легко. А ты что, не смотрел, не помню. Карлан играет. Только мы можем это сделать! Играл. Это Бурунов был? Я просто... Извини. Ну, это ж не его по оригинальной озвучке. Ну, актер озвучивает. Конечно, не его. Адам Сэндлер — это Адам Сэндлер. Иди нахуй. Бакман не злодей. Вот увидите. Профессор Аватани, куда вы? Да, Бурунов. Он мой сын. А, это создатель Бахла. Мальчик. Боже, как ты вырос. Так трогательно, зашибись. Ты хороший мальчик, я знаю. Помогите замочить эту тварь! Охуенный фильм. Бля, лучше. Мне очень, я не могу, я обожаю озвучку Бурунова. Да еще вот этот фильм нормальный. Относительно. Лучше, чем с Анджелиной Джоли. Я не видел отца. Похоже, я схожу с ума. Лара, твоего отца больше нет. Она хотя бы похожа, блядь, тут приключения какие-то. Самый центр моря дьявола. Нас ждет приключение. Смерть не приключение. Не знаю, мне не нравятся такие игры. Потом Брайдера и это Uncharted и тому подобных всем. А выглядит как хуйня. Мне тоже еще не нравятся такие игры. Это твой отец, мне в детстве нравились RPG-шки классные. Мне Lost не нравится сериал. Еще мне нравилось. Что-то я люблю до сих пор. Некоторые. Ну, жирные 2 раза 4 пересматривал. Причем весь. Ну, он такое любит. Да там, блядь, там такая хуйня с 3-го сезона началась. Исти. А, ты про это Walking Dead? Или Lost? Lost. Ну, Walking Dead
По-моему, хуйня, не знаю, с 4 или с 5 сезона начала. Так, в принципе, не по-моему. На первых 2 сезона вообще отличные были. Не, у меня на Иры запросы чуть ли не больше, чем на женщин. Да. Ой, легендарное кино. Из фильм Doom? Это ужасный фильм, это один из худших фильмов по играм. В 2005 году еще ужасная графика была. Даже на графику насрать. Это что, был Бучер? Нет. Где? Скалой вообще есть один хороший фильм? Да. Вот это. Кстати, похож. Возможно, да, это, скорее всего, он. Спасателя мы его видел. Дуэйн Джонсон. Спасателя, да, можно. Мне нравится Спасатели. Такой туповатый юмор, блядь, для Скалы, но он в этом хорош. Да, это он. Скала охуенный актёр. Скала посредственный актёр. Ой, блядь. Ну, блядь, ну реально, а актёр он хуёвый. Скала это как Джон Сина. Скала вот как будто просто камео везде играет. Бля, не знаю, мне нравится Скала. Просто Скала, он играет Скалу в любом фильме, блядь. Да, он одинаковый. Вот тут, блядь. Вот тут серьезный фильм, блядь, типа. А Джуманджи, Джуманджи он хорош. Ну, да, Джуманджи он тебя играет. Скала в джунглях. Не хотелось бы облажаться. Ты полгода готовился к этой встрече. Форсаж для него идеальная картина. Самый да. Вопрос. Кого любит папа? Меня. Кого любит папа? Меня. Верно, папочка пошел на работу. С кем я в кино ходил на этот? Не со мной. И что, он хуёв? Это обычный фильм. Такой типа, блядь, не такой же чувак, а просто вот. Я просто не понимаю, как вы, ну типа, оцениваете хуёвого актёра или нет. И как он играет в этих фильмах, везде разный, он охуенный актёр. Так это типа зависит от фильмов, которые он играет? Или как он именно играет? Например, Джон Сина играет хуёво, мне не нравится вообще, именно как играет. Вот если он его ебало, и мне просто ему не верю. Так он одинаковый везде. Меня не скалы одинаковый. Вот охуенный актер черный, это Джейми Фокс. Он во всех фильмах разный, просто во всех, что он играет. Дрифт Ба еще нормально. Даже взять его в Человеке-пауке, в первый, второй, вот и потом фильм. Через вселенные. Он даже там везде по-разному играет. Джим Керри. Он везде одинаковый играет. Какое-нибудь там вечное сияние. Вот, Олег, ты дохуя смотрел с Джейми Фоксом Робин Гуд, Человек-паук, что еще, Джанго, Малыш на драйве. Где он вообще на каждый фильм, он везде другой. Здесь он просто вот законопослушным, он, блядь, идеально сыграл такого. А он везде охуенный, он везде в тему. Здесь он тоже вот просто помиловать охуенного этого сыграл заключенного, который типа там смертный приговор ему дали. Он сначала пиздата ботана играл в Пауке, а потом... Да. Законопослушный, блядь. Он Рэй один из моих самых любимых фильмов. Штурм Белого дома тоже президента такого тупого сыграл нормально. Тоже играть слепого это ж не супер легко. А Ди Каприо вообще, когда малой был, сыграл этого аутиста или кого? Тоже супер сложно. А, да, или нет. Там, где с Джонни Деппом. Ой, не с Джонни Деппом, а с этим, как его. Короче, с Джеком Воробьем. Ну, не. Я что-то на секунду про МакЭвой подумал, но... Там он тоже, он инвалида играл. Это типа братья... Декабрь там, конечно, ну типа для 11 лет он пиздец охуенно сыграл. Это называется как этот, а в душе я танцую. О, Бурунов посмотрел этот фильм и решил, что он хочет Ди Каприо озвучивать после этого.
Ну вот этот Макэвэйш, блядь, тоже гений. Да, он. Да-да-да. Охуенный. Я вообще Сплит ни разу не стрел. Ну, Сплит не супер охуенный фильм. Но Макэвэй охуенный, он везде тоже разный. Мне нравится, два актера. Это, блядь, Камбербэтч, охуительный актер. Да. И тип, который снимался в этом Хокинг, в вселенной Стивена Хокинга. Это охуенный тип. А Камбербэтч... Тоже ну, по-любому выше среднего. Но не прям ультра-имба. Я не знаю, какой он один актер. Я раньше был фанатом Терна Эдвертона. Я с ним все фильмы пересмотрел. IMDb зайдем. IMDb. Ну, я с ним только смотрел «Твари». Я ему назвать любимых русских актрис. Бортич? Не. Василина Юсковец. Блин, частенько я его видел в каких-то фильмецах. Нормально. И там еще Юля какая-то. Для где? Вот, с Харди. Сука, каким поиском. Ну, актрис просто по-другому оцениваешь. Актрис просто оцениваешь, красивая, некрасивая. Да. Том Харди охуенный актер. Он выживший, мне он пиздец как понравился. Том Харди в «Веноме», в «Легенде» и в «Козырьках». Да, блядь, даже если просто легенду взять, он там две роли играет. Вот Бронсон. Пиздатый. Брэд Питт мне нравится. Вот оригинал. Типа заключенного. Типа он ходил к этому заключенному и спрашивал у него про жизнь. И в итоге потом он посмотрел фильм «Заключенный», сбрил усы и отправил их к этому Харди. Причем он играл же в «Легенде» двух бандитов и в «Козырьках» бандита. И везде это три абсолютно разных чела. Мне раньше очень этот танцор нравился. Как его зовут? Ченни Татум? Да. Ну, он такой. Он где? Супер Майк, Мачо и Ботан, Кингсман. Как-то он загубил. Как его немножко. Он какой-то был востребованный какой-то период. Потом просто камео, типа, какой там скоростной поезд, там, где он гея. Вот играл. Помнишь? Это нахуяно. Не помню. Там, где Пит к нему сел в поезде, типа, давай шмотками поменяемся. Тут такое отсасывать там, когда... А я, наверное, уснул. А, не, или помню. А, да, помню. Я когда увидел... Что? Что ты говоришь? Я хотел сказать, что лучший актер — это Райан Гослинг. Знаешь, в чем? Я не знаю, блядь, это так сложно. Я когда увидел тот актерский состав, я охуел. Ты сама привела меня в затерянный город. Когда я начал смотреть фильм, такая залупа. Олег, загуглил лучший актер? Олег, просто загуглил лучший актер. Просто сейчас загуглил лучший актер, просто напиши. Кого? Просто вообще лучший актер. Будет «Скала», блядь, чё. Сейчас Уилл Смит будет, блядь, да? Уилл Смит, бля, в натуре. Бля, «Король Ричард» — классный фильм. Мне кажется, если спросить у всего мира, кто лучший актер, да, ладно, у всей Европы, Америки и так далее, то больше всего голосов будет за Ди Каприо. Ди Каприо хороший актер. Это прямо такая лютая классика. Вот он, Брэд Питт и... Бля, вечно забываю, как зовут этого гандона. Джонни Депп. Да. Это типа Хаминьяндер отражает в фильмах. Блин, Рэдклиффа тоже очень приятно смотреть. Ну, Рэдклифф злодей, блядь.
Рэдклифф был еще злодеем в этом, в иллюзии обмана. Да, еще он играл трупа пердящего. Лоретта Сейдж пропала. Я спасу ее. Пусть не думает, что я просто красавчик с обложки. Ты вот смотрел «Человек со швейцарским ножом»? Это очень знакомое. Видел, но не решался смотреть. Алло. Да, я смотрел, Макс. Мало, тебе понравится. Кого? Блин. Это чел из Моаны был? Кого? Да, ты ж... О, о. Ну, это классика. Show me what to do, show. Это как будто для того, чтобы прийти во все фильмы и дать все пизды. Кто? Брэд Питт. Так, все, я выключаю стрим. Бам.